Шадринский центр досуга и кино «Октябрь» принял всероссийский многожанровый конкурс искусств «Восходящая звезда Артстар». В фестивале приняли участие вокальные и танцевальные коллективы, а также солисты, чтецы стихов и музыканты. К конкурсу всегда готовимся легко, девочки всегда подготовлены. Так, что готовили? Хип-хоп готовили. Так как у меня несколько команд, я могу сказать, что в принципе я могу девочек оценить как отлично. Есть, конечно, недочеты, над которыми надо еще поработать, но все-таки я их всех люблю, и все они у меня все выполняют отлично. Многожанровый конкурс предусматривает различные номинации. Это хореография, цирковое искусство, вокал, художественное слово и многое другое. У нас два проекта. Это Art Stars, это многожанровый всероссийский фестиваль, и хореографический фестиваль Dance Stars. Вот, он проводится по городам России. И лауреаты нашего фестиваля приезжают на наше побережье Черноморское или в Сочи, или в Крым, там в зависимости от года. Вот, и там уже борются за денежный приз и за звание гран-при всех наших фестивалей. Целью проекта является популяризация творчества, как оно есть, то есть развитие и реализация молодых талантов. В наших фестивалях мастер-классы. Вот, приглашаем звезд ТНТ, то есть по хореографии там и по вокалу, ну не с ТНТ, конечно, но тоже заслуженные артисты. Сольные исполнители, дуэты и трио наградили медалями, дипломом и сувениром. Групповые номера награждались кубком, дипломом, сувениром и памятной медалью каждому участнику, независимо от занятого места. Руководители и хореографы получили благодарственные письма.